Друзья, всем привет! Наконец-таки 200-литровый аквариум. Также вас приветствуют скалярии. Снимаю днем, поэтому, скорее всего, там будет отражение меня. И не такая картинка красивая. Ну, как есть, так есть. Значит, что по аквариуму на данный момент? Из прошлых видео, как вы знаете, самец скалярии лишился самки, докупил ему черную. Он ее принял, все нормально. Вот как бы они в паре, даже видите, она его гоняет. В общем, дружат, все нормально. Коридоросы, вон там толпа их, все нормально, тоже живут. Все хорошо. Акантофтальмуса я уже давно не видел, не знаю, но скорее всего прячется. Думаю, что живой. Вот. Есть небольшая муляка. Недавно их кормил. Показываю все как есть. Вот видите, такая взвесь. Вот. Блики это от воды. Это не от качества светильника. Видите, вот. Идет волна от фильтра. И отблески такие. Вот. Буцефаландры. Все хорошо с ними. Растут потихонечку. Я их не трогаю, не чикаю, не обрезаю. Вот видите, какие кустяры повырастали. Скалярии, текайте отсюда. Мешают. Выпрашивают еду. Вот. Креветки, которых я сюда запускал из маленького аквариума. Они вот в той зоне где-то. Там ламариопсис есть. Они вот там вот. Я делал подмену на той неделе и обнаружил там креветки. Они сидят там, прячутся. Так что я думаю, скалярии не все их уничтожили и не смогут уничтожить, потому что они умело прячутся. По анубиасам. Анубиасы радуют тоже. Вот растут неплохо. Вот этот анубиас. Все тянется вверх. Все тянется вверх. А почему все тянется вверх? Потому что я оставил всего лишь один светильник. Вот. И на одном светильнике все нормально, ничем не обрастает. Вот, все хорошо. Кстати, по светильнику, смотрите. Обратите внимание. Вот, все диодики горят, горят, горят. А тут вот в отражении, оп, один диодик сгорел. Не знаю, обращаться в сервис или нет, надо посмотреть, когда я их покупал. Скорее всего, что нужно будет сдать в сервис. Вот. Ну а так все нормально. Двухсотка вот выглядит вот так. Да кто там не уймется? Звонят и звонят. Вот. Буцки даже вот опять начинают пускать цветонос и будут цвести. Фильтр сейчас тоже один. Фильтр один. Фильтры флювал, кто знает. Кстати, ребята, по фильтрам. По фильтрам, кстати. Так как у меня эти фильтры периодически текут. Вот этот флювал 206. А вот этот флювал 205, который я уже отключил, они полностью рабочие, ну, что тот, что этот. Но есть проблема, течет голова. Те, кто знают, голова течет из-за прокладки. Вот эти прокладки я покупал несколько раз, вот, и все никак не пойду в резинотехнические изделия, чтобы подобрать более дешево, потому что 200, там, 250 гривен стоит оригинальная флюваловская. Короче. Вот эти два фильтра буду продавать. 500 гривен. Что 206, что вот этот 205. Рабочие, но нужно порешать с прокладкой. Так что, если кому интересно, пишите, звоните, там отправлю. Вот. Скорее всего, что буду покупать навесной фильтр, рюкзачок. Наверное, акваэлевский FZN3.
Верса Макс он там, или как он называется, в общем, какой-то навесной. Потому что с ним меньше мороки, и не надо контролить там, когда отключается электроэнергия, чтобы ничего не натекло. Потому что вот я немножко обезопасился, вот поставил фильтры, они вообще стояли в лотке. То есть там за пару часов, когда отключается электроэнергия, ну, пол лоточка набирается водички. Вот, и тумба целая, все хорошо. Вот. Подмены раз в неделю, либо раз в 2 недели, если забываю. Добавляю также микро-макро УДО Ермолаева. Альгицид закончился, сейчас не покупаю. Раньше добавлял каждый день, сейчас нет, потому что не купил. Вот как-то так. Вот все новости по этой двухсотке. И на этом все. Кокос спит. Он... Кокос, скажи всем привет. Ну, парень отдыхает. У него вчера день рождения было, 6 лет. В общем, ребята, вот так выглядит двухсотка. Ну вот, пишите ваши комментарии. Пишите по поводу фильтров, если кого-то заинтересовало. В общем, любая активность на канале, это очень хорошо. Спасибо всем за внимание, всем всего хорошего и всем пока.